Всем добрый вечер. В эфире «Абаза ТВ» биографический салон. Сегодня у нас в гостях герой Абхазии, генерал-майор в отставке Вячеслав Ахметович Эшба. Давайте поприветствуем нашего гостя. Вячеслав Ахметович, спасибо, что вы нашли время и согласились ответить на наши вопросы. Вам спасибо за приглашение. Я добавлю, что вы по специальности инженер по эксплуатации воздушного транспорта и летчик транспортной авиации первого класса. Работали до Отечественной войны народа Абхазии пилотом на гражданских самолетах, командиром Сухумского авиационного летного отряда. С 1993 по 2003 были командующим военно-воздушными силами Абхазии. С 2003 по 2005 годы возглавляли Министерство обороны Республики. Так? Так. Все наши записи здесь, в этом салоне, предваряют аудиозаписи. Я послушала интервью с вами. Вы рассказывали о том, что хотели стать летчиком прямо с самого детства. Вы можете как-то объяснить эту свою мечту? Ну, как объяснить? Как все люди, наверное, хотят кем-то стать. Вот я хотел стать летчиком. Ну, не так мне это легко давалось, но тем не менее, я достиг этого. Конечно, за это благодарен судьбе. Но единственное, что, полет вот именно для меня оказался прерванным в рассвете сил, когда я мог бы себе больше реализовать. Ну, развалился Советского Союза, война, и вот это... Ну, тем не менее, я не обижаюсь на судьбу, и по сей день летаю. Я благодарен Богу за это. Скажите, кто-то повлиял на ваш выбор? Или вы все-таки сами определились? Нет, никто не влиял. Даже некоторые говорили, вот, зачем тебе это нужно? Вот у нас сосед был очень старенький, он по-абхазски подошел. Ну, все куда идут после школы? А я ему сказал, что я хочу летать. Он сказал, подумай хорошо. А почему Богу... отговаривал, вот как думаете? Не, он сказал, подумай хорошо. Если Богу надобно было, человеку надобно было бы летать, Бог его породил бы с крыльями. Я до сих пор это помню. Интересно. Да, интересно. Ну, он был прав, потому что те люди, которые сейчас у нас и молодые, профессия авиационная, она сейчас уже популярная такая, много людей, но тем не менее это очень тяжелый труд. А насколько сложно было учиться, вот получить образование по этой специальности? Где вы учились? Об этом чуть расскажите. Ну, я поначалу учился в авиационно-техническом училище, там проучился 3,5 года, закончил ее. Это где? Это в Егорьевске, Московской области. Угу. Потом был направлен на стажировку в Сухумский аэропорт. Через год поступил в Кременчугское летное училище Украины. Я ее закончил с отличием. После этого летал на самолетах, сперва на самолетах Ан-2, потом меня переучили на Ту-134 в Ульяновске. Я стал командиром, потом стал летчиком-инструктором. И еще я закончил Академию гражданской авиации 5 лет в городе, тогда назывался город Ленинград, сейчас Санкт-Петербург. То есть после окончания Академии вы уже вернулись сюда, в Абхазию, да правильно? И стали работать в Сухумском аэропорту, да? Вас направили в Сухум, да? Как да, это случилось? Направили, да. Ну, направили тогда, что рассматривали, кадровая политика Советского Союза, она была довольно-таки гибкая и порой и сложная, но тем не менее, все-таки нужны были здесь кадры, они тоже придерживались этого принципа, что национальные кадры должны на местах развиваться. Вот. Угу. И никто... Я сказал, что хочу поехать в Абхазию. Там, а у вас спросили, да, все-таки? Да, спрашивали, куда выбрать. То есть ваше желание учитывалось, да? Учли. А вот знаете еще что интересно? Со стороны Тбилиси вот не было каких-то помех? Вам вообще вы не чувствовали? Вот смотрите, что я хочу сказать. То, что касается авиатора, вот этот вопрос как-то многие задают, и люди меня слышат. Настоящий авиатор — это летный состав, инженерный состав, диспетчера, все. Этой национальной политики не было, даже в 89-м году. Даже вот когда уже вот начиналось все это дело, я в Тбилиси определенное время работал, летал оттуда в Сибирь вторым пилотом на Ту-134. Мы этого не чувствовали. Вот как это можно объяснить? Все-таки это интересная деталь. Вот это вопрос в 89-м году, когда у нас случилась трагедия, когда убили сменного начальника аэропорта Когоня. Я тогда работал командиром летного отряда. Тогда начали разбираться, что произошло, начали опять прибирать. Еще Советский Союз не развалился. Как сейчас помню, прилетел начальник главного политического управления гражданской авиации, генерал-лейтенант он был.
И начали тут, собрали летный состав, ну вообще всех работников, огромная аудитория. Ну, произошла трагедия, и все-таки к этому вопросу уже эти горбачевские демократические процессы шли. И как-то вот они все это дело хотели конкретики, они не занимались, вот как бы спустить на тормоза. Да. Я задал этому Колчанову вопрос, он меня знал, меня утверждал министр гражданской авиации на эту должность, ну, знал. Я думал, я задал ему вопрос, вот вы не задумываетесь над тем, что вот эти межнациональные отношения, вот такие происходят не в среде, где профессионалы, где авиаторы, а там сфера, где обслуживание, билетные кассирши, в основном они этим делом. Но я хотел ему сказать, что вот эти нетрудовые доходы, вот этот дефицит, на котором они сидели, вот эти люди, они знали свои грехи, наверное, так вот. Они это прикрывали вот национальным патриотизмом и все, и каким-то вот экстремизмом. То есть свои вот эти махинации, да, вы хотите сказать? Ну, они прикрывали этим делом, да. Ну, в принципе, да, вот почему-то у них это. Ну, они же не учились на это, на билеты кассирши, ну, там, неделю поучили, пошла там, зажала билеты или зажали, продали ее. Вы знаете все, на дефициты как жили. И он мне ответил, знаете что? Ой, возмутились все эти люди, которые наземные, которые отдел перевозок. Как это так? Ты вот командир и такое заявляет. Он сказал мне так. Успокойтесь. Это, говорит, я на тебя надеялся. Он говорит, Вячеслав Ахметович, я тебе скажу так. Это, говорит, у тебя расстояние между желудком и головой. Развал Советского Союза, война закончилась. Он там где-то в Москве, в министерстве, узнали, что я там нахожусь, мы с ним повстречались. Я говорю, вот тогда я тебе объяснял. Вот такие люди, как они развалили Советский Союз. Не разбирались. Вот почему я говорю... А на этот раз он что вам сказал? На этот раз что вам сказал, интересно? Ну, на этот раз он, ну, вот мы так не думали, ну, знаете. Ну, что я хотел бы сказать? Конечно же, все это, и сегодня это актуально. Знаете что? Любое государство, вообще любое общество разлагается на фоне социальной несправедливости. Если вот это, ну, не бывает так идеально, но тем не менее, вот тогда вот так шло. Вы знаете, цеховики эти, ну, кто знал, допустим, командира корабля, вот кассирша, билетная перед ней, первый секретарь, вот, и он ее назначает, он на колени стоит, она ему подарки шлет. Ну, я сталкивался с этими вещами, рубашки присылали, я определенное время исполнял обязанности и командира объединенного отряда. Тогда и аэропорт, и летный отряд был объединен. Ну, занимался авиацией. Я вот на этот вопрос немножко, вот тут я вспомнил старое, но так оно и есть. Я еще раз говорю, что не было такого, не было и не думали мы. Но, в принципе, это развалили Советский Союз. Кто? Вот эти же люди, которые сидели на дефиците. Ну, о социальной несправедливости, я думаю, мы еще сегодня поговорим. Сейчас знаете, что мне хотелось бы вас спросить? Вот к началу Отечественной войны народа Абхазии вообще, какая была ситуация вот в летном деле, скажем так, у нас? То есть по техническому состоянию? Вот, очень было тяжело, аппарата, я вам скажу, потому что сама система авиационная, имеется в виду летная, организация летной работы, там и законы. Дальше техническое обслуживание, организация полетов, управление воздушным движением. Это очень нужно делать сложно, потому что в комплексе все это решается. И благодаря Богу мы все-таки вот до начала войны обеспечили безопасность, никого не убили и нигде было сложно. Конечно же, все это дело разваливалось, начали выдумывать всякие вот эти выборы каких-то там командиров. Ну как можно командира корабля выбирать, он должен соответствовать требованиям. Если вот взять по количеству, скажем, летательных аппаратов, летчиков самих, что можете сказать? Ну, у нас 9 самолетов было Ту-134 своих и 3 самолетов Ту-154 арендованных, прикомандированные вертолеты с Кутаиси, ну, они обслуживали здесь геологов и все и прочее. Практически уже начали чувствовать недостатка комплектующих частей, заводы начали останавливаться. Ну, видно, что это далеко не пойдет. Ну, а с началом войны, во-первых, где вы узнали о том, что началась война, и что вы стали делать? Ну, в это время я по своей должности должен был летать на 2 типах. Я выбрал тип, который побольше, Ту-134 я летал, как командир отряда. И мне надо было еще и летать и Ту-154. Теоретическая подготовка была уже закончена, и я
Ну, уже в Грузии вот эти там жить, там, ну, там это определенная программа, чтобы получить практику и получить допуск к полетам, сертификат командира. Я эту службу проходил в Одессе. И там я работал некоторое время, летал на севере и все. И там я получил допуск и на командира корабля Ту-154, приехал, летал я там много, программу надо было осваивать и решил отдохнуть. Находился в Дурипсе, где я родился, и там застала меня война. Что вы стали делать? Вас, может быть, куда-то вызвали все-таки, наверное, нет? Ну, как вызывать? Мы пошли поначалу, но первый день не верили, а потом уже все как, знаете, была надежда. 89-й год был, ну, надежды не оправдались. Я в тот же день спустился, в Гудаутах уже много людей было. Ну и Владислава Арцинба, царство небесное ему. Уже на второй день султан Сосналиев приехал, ну там вот так вот. Где что, слухи всякие. Ну, потом была четко поставлена задача. Какая? Вот расскажите. Конфедерация народов Кавказа, они сказали, Гагра-то тоже, вы знаете, что оккупирована Гагра, да. И оккупирован Восток, Сухум уже в руках у противника. И в Гудаутах мы находимся в этом кольце. Ну, единственный путь для обеспечения снабжения вот, наших народных формирований нужно было установить связь с северокавказскими республиками, с конфедерацией народов Кавказа. Потом ночью корабль небольшой в Гудаутах подчалил. И я вместе с беженцами, я был переброшен в Адлер. Из Адлера я полетел в Минеральные воды. Там в Кабардино-Балкарии меня встретили представители нашего конфедерации народов Кавказа. Геннадий Аламия, там они были, Сергей Шамба был еще. Ну, потом в Чечню поехали. И оттуда был организован отряд. И мы начали усиленно, потренировались на самолетах АН-2, перевозить тайно, чтобы никто ничего, как можем. Два самолета, потом три самолета. Мы занимались перевозкой боеприпасов, вооружения, часть боевых командиров из Конфедерации народов Кавказа. Ну вот начали интенсивно работать, и так вот до освобождения Гагры, которая была, вы знаете, 7 числа. Подождите, вот до этого в Грозном у вас какие-то встречи состоялись? Об этом, ну, конечно, сказать? Состоялись, да. Встречи. Там я был свидетелем такого интересного момента, когда, ну, надо говорить откровенно, не все северокавказские республики не хотели, чтобы лидеры этих республик, они, ясно, народ хотел, но не давали, чтобы люди там собирались, Адыгея так немножко... Вот тяжеловато было с этими вопросами. И нужно отдать должное, вот в Чечне начали собираться все добровольцы, вот царство небесное, Юсуп Сасланбеков руководил, и все члены парламента, они находились в Чечне. Начиная, вот я сейчас их помню всех, вы знаете. И потом там было, я как сейчас помню, ночью, сейчас этой гостиницы уже нету, Кавказ, гостиница называлась, площадь, где правительство сидело, вышел тогдашний президент, лидер Чечни Дудаев. И ночью очень много людей было разных национальностей, которые добровольцами хотели пойти в Абхазию. И так слышно было, он дал наказ, организованно, что эта война несправедливая, надо идти туда и вести себя как должны себя вести добровольцы, вон там вот все, вот это я был свидетелем. Там я еще помню, потом люди засмеялись, спросил, а в чем был смех, вызван смех у людей. Один, говорит, задал вопрос, а чем мы далеко идем в Абхазии? Вот Грузия, здесь Тбилиси через перевал. А Дудаев сказал, правильно мыслишь, но пока не надо, пока не надо. Встречался часто, конечно, и письма писали, возил документы с самим Дудаевым, мы часто встречались. Он одергивал от неправильных решений, там мы и наши люди, вот давайте какой-то большой самолет на военный аэродром сядем. Он говорил, давайте вы ведите своего летчика. Он всегда говорил, на осликах, один собьют, другой пройдет. Вот вас поддерживает определенное количество российских, преданных, настоящих офицеров, вот там сядете, возьмете там 2-3 тонны и на этом все закроете, ни к чему, работайте сами и делайте все нормально. Ну так вот было много встреч. Вячеслав Ахметович, я думаю, всем будет интересно.
услышать о том, как вы, вот человек, ну, летчик, да, но вы гражданский человек были все-таки, да? Ну, вот да. Этот переход на военные рельсы. Ну, как знаете, он что, произошел? У меня свидетельство, вернее, военная моя специальность, пилот военно-транспортной авиации на самолет Ан-12. Угу. И мы вот эти военные училища, они военизированы, все там командиры, все военные, ходишь строем, единственное, изучаешь, и когда после окончания, половина вот этих летного курсантов, которые заканчивают, обычно по 100, по 200 человек забирают в армию, поначалу добровольно. Ну, остальных так, забирали на 5 лет, ну, потом возвращались. Меня не забрали, вот. Ну, у меня специальность военная, я был офицер запаса, вот когда началась война, я уже был капитаном. А сколько было вот таких, как вы? Все. Летчик, ну, сколько, пас... сколько человек их было? Ну, нас, по количеству? Ну, знаете, что у нас было действительно, вот нам повезло в этом плане. Царство небесное, половина погибло. Ну, это Леонид Пкинт, Анзор Саканя, Надар Герзмава, царство небесное на данный лет. Леонид Пкинт погиб. Бортмеханики были Тарба. Тарба был у нас вертолетчик, погиб на линии фронта здесь. Эти летчики были очень опытные, грамотные. У них был... большой налет, вот, допустим, по 5, по 10, по 15 тысяч часов по приборам. Это нам, поэтому мы только ночью летали между скалами по приборам, чтобы средства ПВО противника, вот, нас, вот, противодействия не было. И для нас, если вот так честно, конечно же, организация, все, что это было пройдено, ну какая разница, перевозка пассажиров, перевозка людей военных, ну есть, конечно, разница. Нет, ну разницы как нету, да, потому что вы в воздухе находитесь, а кто вас прикрывает, например, кто вас каким-то образом мы сами защищает? Себе строили, мы сами себе строили маршруты, была разведка, конечно, генеральный штаб, потом Министерство обороны организовали, мы интересовались, ну, вот, этими вещами, знали слабые места противника, знали его сильные места, куда, где пересекать линию фронта, где ее не пересекать, по каким правилам летать, как вести радиообмен, как с наземными этими нашими, ну, летали мы на Восточный фронт, там площадки, аэродромы, все было кодировано, вот как выходить, как говорить, ну, минимально надо было, в основном летали вообще молча, без надобности. То есть практически не говорили, да, ничего во время полета? Да, чтобы не запеленговали, да. Скажите, а вот по содержанию вот этой техники, с какими сложностями вы сталкивались? Ну, сталкивались, у нас инженерный состав тоже, о них вот надо сказать, в полевых условиях. Вот сейчас смотришь, показывают фильмы, эти кукурузники, а вы помните, какая зима была, какой мороз был, люди в полевых условиях снимали цилиндры, ставили новые, ремонтировали, успевали. Ну, после освобождения Гагры началось хорошее обеспечение авиационным топливом, занимались вот... С шахты возили, с России возили. Скажите, вот во время Гагарской операции, по-моему, вы об этом не сказали, какую работу именно вы выполняли? Ну, во время Гагарской операции мы знали, что Гагарская операция планируется. Была поставлена задача нашим главнокомандующим Владиславом Арзенбеном, ну, тогда еще Гагарскую операцию. Вот, давайте самое, что нужно, боеприпасы и стрелковое оружие. Мы возили самолетами... День по два, по три рейса, в Гудаутах садились, я Калаш-то вот, Лыхных аэродром был. Ну и я сейчас помню, потом поехали куда-то на Северную Осетию, наши товарищи, которые занимались обеспечением, ну, приобретали оружие, там и местные были, которые нам помогали. Принесли установку такую очень интересную, как сейчас помню, разобрали его, называется установка «Лазань». Это то же самое, что «Катюша», только в меньших размерах. Ракета. И ее используют для обстрела мощных кучевых облаков, чтобы не было града. Это называется система. Ну, они далеко летают, до 9, до 6, до 7 тысяч. Вот они эту ракету перевезли. Потом я помню, как Первый канал или НТВ передает. Гагры уже люди дернули, наши противники убегают. Сказали, что абхазцы применили какое-то сверхмощное оружие, какие-то ракеты. Было и такое, да. Вот вы упомянули аэродром в Лыхне. Да, вообще, где еще были аэродромы? Ну, у нас их было в Пицундах был аэродром, сейчас что сказать, в Лыхных был аэродром. Это вот в военных условиях организовали, конечно, да, как я понимаю? Да, конечно, да? Конечно. И потом у нас вот, в Пицундах у нас был аэродром свой, довольно-таки нормальный, полевой. В Лыхных был. А как вы площадки эти выбрали? А? Как вы определились, что они подходят? Мы на это учились, знали, как аэродромы подбирать, ветровой режим, подходы, горы, ну, в зависимости от типов. Что у нас были, это Ан-2 и вертолеты. Вот у нас
несколько аэродромов. На Восточном фронте у нас тоже вот, одна площадка и два аэродрома. Один в Ткварчалах, другой в Тхинах. И площадки были разные. Угу. А вот в Селяце я еще слышала, да, что да, это было, вот там, да? В основном базировались. Этот аэродром был хорош тем, что с точки зрения, в общем, чтобы противник не применил авиацию, там подходы между гор, вот в устье реки, не в устье, а в долине реки находится, находится этот аэродром. Ну, ночью нормально зажигали вот эти консервные банки с соляркой, очень хорошо, эффективно видно, и быстро обслуживающие люди сожгли его, потом были такие ракетки и ложат, чтобы больше не видно было, закончилось. А зажигали его перед непосредственно заходом на посадку, начинали огни по команде. Мы говорили, зажигай, вот всем нравилось, ждут, молчать, зажигай, все, начинает зажигать. Ну, так было. Я хочу, чтобы вы вспомнили июльское наступление, вот высадку на горе Ахдюк. Да. Такую неудачную, ну, что вы можете, знаете, об этом, что, конечно, рассказать? Конечно, это трагедия для абхазского народа. Я ее вот расцениваю как профессионал. Конечно, упущение со всех сторон, начиная от руководства. И в организационном вина, плане, да, вы считаете? Абсолютно. И безграмотные действия, в том числе я. Десантники, которые были, конечно, там подготовленных-то было, извините, знаете, ну, десятка, и то вот такие были. А остальные люди, мне их жалко, знаете, жалко, почему там и женщины. Люди рвались в бой любой ценой, прикрыть что-то, победить. Вот они пошли, ну, мы потеряли людей. Конечно, мы, не зная, что там происходит, нельзя было три раза лететь. Если тогда я был бы в тот день, я был командующий, ну, я летал как пилот. И как бы вот струсил вот эта моя слабость, конечно, надо было отказаться. Я такие вещи делал во время войны, когда говорили, вот, пойди там в Кутаиси, бомбани. Ну, я говорю, идите, возьмите Сухум, потом я в Кутаиси полечу. Ну, типа такого, знаете что. Ну то есть умели сказать нет, ну, да? Если, но в данном знаете, случае... Что, всегда говорить да во время войны идти, это безумно. Угу. Война требует, знаете что, категоричности. Если ты не уверен, что это не получается, не надо идти убивать людей. Ахдюк — это трагедия, конечно. А люди, которые там остались, вот 11 человек, которые выжили, они правильно сделали, в каком плане? Так они не знали, куда они идут. Их высадили. Ну, как высадили? На высадке. Они приняли единственное грамотное решение. Дали бой и спасли себя. Если бы начали бы они искать раненых друзей, все там остались бы. Но я вот слышала, что вы тоже были там ранены, это правда? Ну да, я ранен, я сам один. Я думал, что вообще никто не остался. А как вот вы выбрались, расскажите? Ты, вы с кем-то были вот вместе? Нет, или один? Я был один, но я, знаете, я трое суток, но я не все помню. Я знал то направление. То есть вы теряли сознание, наверное, да? Ну, наверное, да, я терял. Потом я около речки там плыл, ну, плыл, говорю, полз трое суток, а потом я вот на эту гору, я приходил в себя и, в общем, там, нога, были проблемы, думали. Ну, в общем, конечно, не хочется вспоминать. И самое главное, знаете что, я не все это помню, галлюцинации были, но я единственный, что я, ну, меня, ну, я знал, что произошла трагедия. Я себя чувствовал виновным. Не должно было быть. Не должен был, я согласился. Но разжаловали бы, выгнали бы, сказали бы трус. Ну, люди достались бы, технику сохранили бы. При правильном раскладе, значит, надо было, все должны были знать, надо было, не знаешь, что на этой высоте, надо было ее обработать артиллерией, все как положено, разбомбить и высадить штурмовой отряд из 5-7 человек. Они бы заняли потом, высаживая десант. Не сделали бы все этого. И поэтому Ахдюк — это наша трагедия. Вячеслав Ахметович, скажите, пожалуйста, вот за время войны вам часто удавалось бывать у себя дома, в Дурипше? Ну, было близко, да, часто, конечно, мы с гостями. Ну, на войне, это жизнь. Приходилось и шутить, и как-то, и друзей. Ну, все было на войне. Ну, как же. Часто дома, да. Ну, вообще, я слышала о том, что в вашем доме приютили многих беженцев. Даже, да, с Восточной Абхазии, нет? Да, ну, приходили в гости, ну, не беженцы, вот депутаты. Покойный Воронов, там было определенное время. Дальше Наталья Лакоба, она наша родственница. Ну, что там, и недалеко же, они парламент работали. Станислав Лакоба, потом многие часто. Сократ Рачевич приезжал, все шутили. Когда лыча первого созрела, это считает, что корова наша отелилась. Интересно было, конечно же. Они вот собирались часто и обсуждали, спорили.
было тяжело, мне приятно было слушать, ну, когда было время мне с ним посидеть. Ну, часто-то я не мог, потому что мы, когда была погода, всю дорогу летали. Угу. Не хватало, надо было. Ну, после того, как мы взяли в Гагры, уже нам-то Гагры тоже не взяли, а освободили от врага. Угу. Нам стало проще, потому что уже снабжение пошло нормально, и оставался, конечно, вот такой, такая проблема, самое главное, не потерять Восточный фронт. Угу. И мы все свои силы бросили туда. Раненых оттуда вывозить, боеприпасы. И мы, вот когда помню, как мы полетели, послали им сапоги, это все. Они говорили, что мы что, с голоду что ли умираем? Оружие давайте, ничего. Потом пустили слух. Отказались от вот этой помощи? Не то, что они, зачем, говорят, это нам не надо. Мы здесь как-нибудь выживем, оружие давайте. Пустили слух, якобы перестрелка, что-то Владислава, что-то убили в Гудаутах там где-то. Да, и подошли люди, такой. Начали плакать. Я говорю, да нет, все нормально, письма. Потом я пришел Владиславу Григорьевичу, я сказал это дело. Он промолчал, через 2 часа вызвали меня, я пошел в отца. Он говорит, Слава, как ты летаешь, вот так, это все. Ну, я часто вот это все восточный, как люди встречают. Как это. Он принимает решение, сможешь нас повезти, меня повезти. Я говорю, а что не повезти? Спокойно, интересно. Потом я вышел, он говорит, все. Сегодня нет, вот послезавтра будет хорошая погода, никому не говори. Ну как никому не говорит? Второй пилот, Нодар Гизмова, покойный, я ему говорю, Нодар, вот такая задача. О, говорит, Нодар, конечно повезем, ты что, 100 полетов, да ничего. Потом что-то ходил, ходил, если бы султан Асланбекович, царство небесное, Сосналиев был бы этнически абхазом, я бы не раскололся бы. Я ходил, совесть мучает, а потом думаю, ну двигатель откажет. Или еще что-то. Я потихоньку начал трезветь. Что я делаю? Аслан Бекович, говорю, вот такая ситуация. Да ты что? Он молчал, ходил, ходил. С ума сошел, что ли? Ты на этой, на одном двигателе, через скалы, через это, потом информация. Ну, а потом один, второй, третий. Отговорили, да, наверное? А Владислав Григорьевич меня вызвал, там парламент люди узнали. Он говорит, тряпка, я тебе больше, типа того, что трус. Я тебе, он говорит, какую я тебе команду дал? Он говорит, я тебе этого не прощу. Да, вот я, знаете, ну не сказать я не мог султану Асланбековичу, это было бы неправильно. Скажите, вот вам за время войны, как командиру, что было самое сложное? Да, самое сложное, что любому командиру на войне, это терять своих людей, хоронить, а то теряешь и вообще и тело не получили. Где Пекин, где Тарба, где Мозговой, где Монтай? Это самое тяжелое, вот это, а что остальное? Остальное война идет, как у всех, терять друзей, потери. Сколько часов налетали? Во время войны? Да. Ну, сейчас вот 100, ну, где-то часов 100 с лишним. Это вы только? Да. Ну, по 2 человека мы летали все. По 2 на вертолетах и по 3, там бортмеханик еще. Вячеслав Ахметович, еще интересна вот такая деталь. После того, как освободили Сухум, вот как вы помните свои ощущения в Сухумском аэропорту? Во-первых, когда вы там оказались? Я вам скажу, я получил ранение, 2 операции перенес, и как раз началась операция наша в августе началось все это дело. Освобождение Сухума, операция. Вот. Я встал с палкой, все на аэродроме, руководил, как мог. Потом вертолет. Я и на вертолет переучился там, на Ми-8. И надо поставлять боеприпасы, особенно снаряды тяжелые, в Хуара-Чапара и Тхину. Ну, мы 3 вертолетами пошли, Ан-2 тоже пошел. В Ацах привезли вот такую гору, КАМАЗами, гору боеприпасов. И назад идем ночью. Уже не хватает светлого времени, мы пошли уже напрямую вот отсюда через ниже Псху, вот Азанта, вот так идем. И вот Келасур, вот река, смотрю, на вертолете летим, высоко, правда, ну для вертолета где-то 3500 метров было. И смотрю, как будто вот в эту реку кто-то налил нефть и поджег. Горит вот Келасур аж до гор, вот что-то светится.
Потом мы прилетели, нас встретили на аэродроме, они говорят, дали им коридор, беженцы бегут с Ванетью, идут, фары машин туда, вот видно было. Я это посмотрел, а потом я вышел, уже расцветает. Я помню покойного Омар Куарча, вот Беслан Куарча, они там занимались организацией переброски вот этих боеприпасов и все. Бросили, они нам сказали, теперь вы нам не нужны. КАМАЗы уже на Адзюбжах уже встретились, и КАМАЗами поехали, отвезли. Потом еще некоторое время эти боеприпасы там были, сюда на склад. Ну, потом мы перелетели в Сухум на свой аэродром, перегнали свои самолеты Л-39, Ан-2, пришли. Люди нас встретили. Я был удивлен, как можно было за 1 год и 2 месяца там все, знаете, все там устарело. И все было разрушено. Лица людей, люди постарели. Ну, наверное, мы тоже постарели за эту войну. Вот это, конечно, было трагично. Какой аэродром был, какой порт. Столько самолетов сбили, сколько людей нету. И все за один. Что делалось за десятки лет, что делалось, все это дело было разрушено войной и по сей день сейчас разбираемся с последствиями. Ощущение какое? Аэродром кипел, полеты были красивые, во все концы Советского Союза пролетели, бурьян растет, трупы обуглены, разрушены. Противно, конечно. Как восстанавливались вот после войны, уже вот в своей профессии, дальше? Ну, дальше что? Мы, как я сравниваю себя с тем человеком, который был на Эвересте, скатился и тянется туда, зная, что не доберется. Ну, начал опять на Ан-2 летать, на Ми-8, на этих маленьких, ну, надеялись на то, что вот надеждой. Ну, сейчас стоит задача как? Вот сидят здесь молодые, у нас их, слава богу, много, позаканчивали послевоенные наши ребята высшие учебные заведения в Российской Федерации, подготовленные авиаторы есть. Наша задача сейчас восстановить аэропорт, аэродром и начать, чтобы он зафункционировал, чтобы он начал работать. Занимаемся. Правительство занимается этим делом. Ну, у меня лично вот сколько лет мы уже там находимся. Вот сейчас я уверен, что что-то получится. До этого. Ну, как, то есть как сейчас никогда... у вас надежды, да? Не, какие-то как никогда, более реальные. Вот, да, ну как никогда мы близки к цели. Но уже проект наш мы дали реконструкции. Он утвержден, этот проект. Нам этот нравится проект. И цену, которую там они тоже как бы... видно, мы-то знаем рыночную, да? Ну, приемлемо. А то знаете, что есть такие инвесторы, там придет он, накрутит столько, а ты своим имуществом, твое имущество, ну, ничего не будет стоить. Ну, там тоже мы работаем. Вот живем пока этой надеждой. И надежда на то, что получим, или не приобретем соответствующую современную авиационную технику, и наша абхазская авиация опять полетит как надо. Спасибо большое. Я хочу обратиться к аудитории. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста. Мы все так мечтаем о том, что заработает наш Сухумский аэропорт. После войны почти, если не через год, то, по крайней мере, через каждые 2 года нам все время говорят, вот восстановится, восстановится, восстановится. Одни говорят, что это будет государство контролировать, другие говорят, это будет частная компания, третьи говорят, это политическое решение. Вот ваше видение. На самом деле получится? Ну, что я вам скажу, видение какое? Ну, конечно, вопрос аэропорта, это даже сильнее, чем признание Абхазии. Абхазию признала Россия, все, и на этом закончились. А для того, чтобы полноценно... А почему, вы знаете, а почему вот в Крыму самолет на Крым, когда вот героями присваивали, он летал с Чкаловского аэродрома? Не Чкаловского, а Жуковского аэродрома. Это экспериментальный научно-исследовательский аэродром. Он не имеет никаких отношений к международному такому и всем. Вы представляете, ну хорошо, конечно же, вот все, что они сели на кукурузное поле. И какие проблемы возникают везде, вот те аэропорты, потому что тоже та же самая картина, что Украина и Симферополь, и Абхазия, и Грузия. Грузия считает, что это воздушное пространство принадлежит, и так мир считает. Ну, тем не менее, что? Этот вопрос, в первую очередь, вопрос, конечно, финансов. Проект быстро не окупается, надо все сразу, как бы во все
конце бывшего Советского Союза в эти республики ты уже не полетишь, это однозначно. А второй вопрос, конечно, тоже вопрос политики. Ну, практика, Кипр есть, и тот же Симферополь все равно летает. То, что касается государственного аэродрома, наше государство, вот сейчас правительство, планирует так: создание некого совместного предприятия с инвестором. А схема такая: аэродром — это наша собственность, деньги его. Потом надо считать, когда купится и все и прочее. А так вот такая система. А политика вся, она авиационная, она не может быть частной, потому что чисто государственные. Все правила полетов, все законы, они государственные. Ну а по реальным срокам, если говорить? Когда мы сможем принимать и от нас вылетать? Ну, знаете, вылетать? Что вот сейчас... Реальные сроки как? Реальные сроки так вот. Если вот сейчас все это дело, как бы деньги, если даже вот деньги пойдут, минимальный срок — это 1,5 года. Потому что реконструкция... Во-первых, наш аэродром — огромный аэродром, полоса большая. Географическое расположение тоже, все это, ну, Сочи там, даже лучше. Но вопрос-то в чем стоит? Нормы-то, это уже международный аэропорт. За эти 25-30 лет уже совершенно нормы поменялись. Там оборудование совершенно другое. Вот там это все очень дорого стоит, это надо делать. И полосу надо, полосе нужно делать, взлетно-посадочной полосе, рулежным дорогам. Вот эти плоскостные искусственные покрытия, которые имеются, их нужно ремонтировать. Это тоже требует очень много времени. Вячеслав Ахмедович, еще один вопрос имею. Расскажите немного о своей семье. Ну, семья, как это, наверное, у всех. О своих детях расскажите. Кто-то продолжит династию летчиков? Да, нет? Четверо детей. Вот один старший сын, три мальчика и девочка. Девочка учится в Санкт-Петербурге. А старший сын учится в Ульяновском авиационном институте. Как раз первый курс закрыл. Ноет, ну, хочет учиться на пилота. Гражданский авиации. Здорово. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, во время войны как погиб Чанва Геннадий? Он человек, майор был, командовал, вот летал на самолетах, эскадрилью командовал, МиГ-29. По тем временам это современный, да и сегодня современный самолет, он летал на этих самолетах. Он настоящий летчик. Вы представляете, МиГ-29, он компьютерный, он сам летает, и вообще там все на нем. И взять после этого... пересесть на дельта-мотолет, пойти в Бабушерах бросить бомбу. Это же, знаете, насколько тяжело? Потому что с такой серьезной техникой, и непонятно ночью, очень отчаянный, какие стихи он писал. И вообще, конечно, это абхазский экзюпери. Я вам вот открыто скажу. Вы знаете. А потеряли мы опять тоже, знаете, вот. Немножко есть вина, организационные вопросы. Полетел он молча, надо было так, договорились, что он будет дежурить, если будет град стрелять здесь, в районе маяка, чтобы он нанес удар по этому граду. Договорились, потом дежурный один сменился, второй заступил, тот не доложил, потом ПВОшники, ПВО говорит, кто, чей в воздухе, говорите быстро, все, чей, тот, нет, да, ну, в принципе. Такая трагедия. Трагедия, да. Да, трагедия, конечно. Трагедия. Действительно страшная трагедия. Знаете, мы не только летчик, но большого человека потеряли, специалист. Можно выучиться, можно летать, научиться или еще что-то. Он одаренный такой, как человек, он был патриот такой. Скажите, пожалуйста, так как я давно и долго работаю с молодежью, мне интересно, задумались ли вы когда-нибудь, что нашу молодежь можно обучать здесь, в Абхазии, чтобы здесь открывать авиационные? Такие предложения у нас есть со стороны Российской Федерации и других. Вы знаете, что они предлагают пока? Предлагают любителей готовить. Ну, это тоже выгодно с коммерческой точки зрения. Здесь воздух пока свободный, небо свободное, специалисты есть. Это один вариант. А второй вариант, конечно, для нашего государства. Ну, мы же говорим, вот, допустим, у нас университет уже люди, ну, давайте открыто говорить, от юристов, все уже, ты говоришь, юрист? Устали. Да, устали. Ну, у нас вот столько молодежи, соколы, ну, их в России они все обучались, молодцы.
а какая школа. Вот до этого, чтобы дойти, есть вещи, которые надо делать самому, а вещи, которые, допустим, нужно у кого-то брать или где-то пойти заплатить и выучиться. Потому что экономически для нас это нецелесообразно. Даже вот с Турции приезжали на открытие аэропорта, человек хотел деньги вложить 3 года тому назад. Не три, еще при покойном богаче. Он потом ходил, позвонил мне, говорит, знаете что, мой инвестор, его тоже где-то с Европы был, он говорит, посмотрел, у вас, говорит, всего лишь 500 с чем-то тысяч жителей, так? Я говорю, где-то так. А он говорит, а надо, чтобы 1,5 миллиона, иначе никакого смысла нет держать такой аэродром. Ну, поэтому да. Ну, а вот для любителей готовить, потому что богатые люди, маленькие самолеты, это легко делается. И тренировка для этих наших молодых летчиков, инженера будут обучать, и дается свидетельство, за это платится, и наша же молодежь подтянется где-то, знаете, как и спорт. Это имеет перспективу, мы над этой темой думаем. Но опять-таки, видите, наше свидетельство только Россия может признать, ну, Никарагуа, те, которые признали. Да. А они хотят. Турция, наша диаспора интересуется, молодежь тоже приехала бы, но, к сожалению, турки не признают нас пока. Спасибо. Есть еще? Конечно. Скажите, вот ребята, да, выучились наши, а где они могут реализовать себя? Они в Абхазии реализуют, они выполняют боевую задачу, у них самолеты есть, у них вертолеты есть, они защищают нас с вами. Да. Сегодня день образования нашей армии, вооруженных сил, как раз все это дело, знаете что. И вот такое совпадение, наверное, не случайно. Пока только у нас. Ну а зачем? Вы знаете, что у нас подписан договор с Российской Федерацией, и именно там, что у нас, будем говорить, практически получается, дай бог, чтобы был мир, ну и по границе, и поэтому это мы, они могут поддержать нашего союзника, какая разница, звено будет или там эскадрилья будет, они соответствуют, они в России учились, они соответствуют и этим нормам, и хорошая подготовка. Добрый день. А у меня такой вопрос. Во время войны вы сказали, что у вас было несколько аэродромов и свои площадки, но приходилось ли так как вы ночью в основном летали, что вы ошибались или кто-то из наших и не совсем к своим хотели приземлиться? Конечно. Ночью не было вот этих вот GPS сейчас, да, вот навигационные вот эти приборы, устройства, как бы они нам помогали. Я сейчас вот приведу пример, как-то говорил, вы мне напомнили, я думаю, будет интересно. Покойный Подпругин полетел в Куарчал, выгрузился там, боеприпасы, зимой он на высоте 4 километра через Псху, между главным Кавказским хребтом и Абхазским хребтом, потом Лату перелетел, назад идет, и в это время со стороны юго-запада натягивает, облачность начинает, и пелена такая сплошная. Теперь он по расчету, там на линейке посчитал, света нигде практически нет. Он говорит, начинаем, мол, снижаться. Ну, снижайся, а мы не знаем, где он. Он снижался, снизился, что-то молчит. Потом пробил облака. Он говорит, я что-то не пойму. Вы меня не слышите? Мы говорим, нет. А где ты находишься? Он говорит, не знаю. Внизу, говорит, аэродром. Полоса, говорит, он видит. Ну, мы спрашиваем руководитель полета. Чей аэродром? Он говорит, не знаю, не написано. А потом он сравнил с курсом, оказывается, над Сухум, бабушарик крутил. Над грузинами кружился, потом он понял, молча. А много было таких случаев, много, конечно. Скажите, пожалуйста, каким образом и чья идея дельтаплан? А вот дельтапланеристы, которые появились, были ли аналоги где-то в каких-то локальных войнах? Потому что, говорят, она наводила просто удивительный страх для населения. Да, я понял. Знаете что? Израиль, уж куда технический прогресс. Они его используют. Многие страны, знаете, что используют? Это носитель оружия. Если вот повесить, главное же ткань. Радиолокаторы его не берут, не видно его. Дальше можно дросселировать, двигатель выключил, планирует, потом опять запустил, ушел. Если поставить современное оружие, он такое наведет. Вот здесь, когда Олег Чанба пролетел, он уже ударил пол аэровокзала, бомбу сотку подвесил и дошел до Сухум-горы. Спланировал, ничего не слышит. Взрыв огромный, он потом включил двигатель и ушел морем. Дельтапланы, они стоят на вооружениях, дельтамотолеты, и это очень такое. Даже вот наши Ан-2, мы же из него бомбардировщика сделали.
Он нормальный. Это вообще уникальный самолет. Смотрите, с 1946-1947 года мир не может заменить его ничем. Потому что сам Антонов вложил его в совершенство. Вот как классики создают музыку, а потом ты можешь аранжировки всякие делать, но все равно это не то. Это действительно совершенство аэродинамики, мысли. Вот, садится вот, как трактор, взлетает и снеги, и морозы, и все, и самолет выносливый, и парашютирует, планирует. Правда, летать на нем тяжело. Но... А вы летаете на нем? Ну, да, мы сейчас летаем на Псков. Сейчас тоже, да, на дельтаплане? Да. Дельтаплан нет. Нет, да, дельтаплан, я понял. Один летает или можно набирать людей? Нет, ну у нас мы, сейчас уже наша авиация летает на Псков, там туристами, это что да. Делать, да, выживает. Ну самолет берет 10-12 человек, ну что делать? Общеизвестно, что по лимиту огромное количество молодых людей выезжает на учебу в различные российские города из Абхазии. За редчайшим исключением, они очень неплохо обустраиваются и остаются. Я вижу ваших молодых людей, которые завершили учебу в России, приехали, и оказалось, что они смогли реализовать себя. Как? Каким образом? Ну, знаете, что я вам скажу? Конечно же, здесь эти люди пошли, действительно, они же, ну, куда попало, нет, куда примут, туда пойдут. Они хотели в авиацию пошли. Летать и работать, и служить они хотели у себя и хотят в Абхазии, реализовали себя. Конечно, они, самолеты нужны помощнее, все, но я думаю, что вот все-таки это тоже будет. А вот то, который, кто остался, я на это смотрю двояко. Знаете что? Люди из военной профессии, можно, у нас же с Российской Федерацией, с нашим союзником или партнером, как называем, стратегическим, есть соответствующие соглашения. Не дай бог где что, он сюда придет еще лучше подготовленный, понимаете? В этом плане, наоборот, я за то, чтобы эти люди могли там расти и приносить пользу и там, и здесь. А так, конечно, за счет бюджета взять деньги, у нас врачей не хватает, этих не хватает. Я, мое мнение, я с этим не согласен. Приезжай, откуда ушел, за чьи деньги, сюда приходи, отрабатывай. Вот в самом начале я вспомнила, Вячеслав Ахметович, вы начали, и мы перешли потом на военную историю, вы говорили вот о социальной справедливости, да? И мне хотелось бы, чтобы вы акцентировали вот этот момент именно на ветеранах Отечественной войны народа Абхазии. Вот как вы считаете, что нужно делать сегодня? Вот то, что мы упустили уже, да, за эти 25-26 лет, сидеть сокрушаться, мы ничего не добьемся. А вот дальше, как вы считаете? Ну, дальше, я почему я этот вопрос поднял, это не только у нас. Многие, некоторые государства были, вот история знает так, выиграв войну, внутри разваливались. Почему? Люди, которые воевали, психика людей меняется после войны. Кто выжил, кто людей потерял. Если он, не обязательно, вот сколько ему денег дадут, сколько это все. Ну, взять Вторую мировую войну, ну, мы-то не помним, ну, где-то все равно ну, кровью оттуда. У меня отец участник той войны. Вот о чем? Когда несправедливо относится к людям, которые воевали, вокруг творится такое, знаете что? Жди беду. Поэтому... Что? Вот это, когда говорят в государстве, коррупция, это все бывает. И поэтому социальная справедливость какая? Вот что в государстве, что, где что есть, что все это дело не, я, не за коммунизм, не за социализм говорю. Справедливо. У людей разные возможности. Ну, потребности, будем говорить, в целом одинаковые, да? Люди хотят жить. И поэтому, поэтому вот должно быть так. Потом что? Вот ветеранов войны... Надо, вот, есть общественные организации, создавали. Ветераны войны, конечно, должны, вот, они должны иметь свои клубы, свои общественные организации. К ним должны прислушиваться. Наши институты, я имею в виду, и парламент, и это. Ну, просто послушать. Дальше что? Власть на местах. Они должны, вот ветеран, что у тебя произошло? Встретиться где-то, что-то нужно работать, потому что мы с вами войны, с вами говорю. Война-то у нас не закончилась, у нас закончились боевые действия. А ради чего произошла эта война? Ну что, несколько стран нас признали, правильно, спасибо им, что признали, но Грузия-то не признает ничего, не подписывает, значит война не закончилась. Поэтому
Вот в нашем государстве у нас должна быть социальная справедливость, как только это возможно. И чтобы люди не могли, вот он что надворил, мне нельзя, ему можно. Вот когда мы едем, да, видим 3 девятки, 8 восьмерок, сплошные переезжают, все, их никто не останавливает. Я еду, меня все останавливают, потом посмотрели, ну где-то тебя видели. Ну таких много, понимаете, обидно становится. Потом, почему? Вот этих людей надо воспитывать. А как воспитывать? На примере людей, которые воевали. Именно. А что ты сделал для того, чтобы ты вот так ездил, вот так себя вел? Вот меня вот это убивает. Я начинаю вспоминать Остапа Ибрагимовича Бендера. Жену он убивал чем? Рогаткой. Спасибо большое. Давайте поблагодарим нашего гостя. Спасибо. Но это не пишите. Мы все записали.